Только я, господи! Это я. О, ребят, нам и побольше надо. Какой жут. Человек, кстати. Ой, там человек идет. Excuse me. Он такой быстрый. Да! Ёша, убегай! 8! Беги скорее! Ёша, со всех ног! Господи, бросай ее отсюда! Что? Да ты снимаешь? Сегодня мы снова закупаемся в магазине, но деньги не платим, как известно. Сегодня у нас пасхальное обновление в этой игре и пасхальная карта. Там есть еще две карты, но мы пока до них не доросли, обязательно дорастем. Вы можете поставить лайк видосу, если хотите, чтобы мы сюда вернулись поскорее. А что они такие жесткие? А потому что у нас режим кошмар. А, вот поэтому, наверное, да, у нас. А что они там с вилами ходят? А мы что, должны сено воровать? Потому что это их ферма. А, яйца. Нет, яйца. Ясно. Так, то есть ты одно яйцо притащила, правильно понимала? Я не притащила, я вот его взяла, но... Но потом пошла другие забирать. Так. Excuse me. Слушаю вас. Давайте, поговорите со мной. Так, пройду-ка я. Я одно тоже взяла. Забавно, что там показывается, будто бы ты из холодильника воруешь. Ага. А не из этой штуки. Это я excuse me, нет? Я excuse me. Может быть. Я excuse me? Не знаю. О, господи. Все? Все, да, 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 вроде нормально. Это я. Блин, я не успела ничего взять, серьезно. Я же положила в корзинку. Вы чё? Нормально. Слушайте, а мы неплохо справляемся. Так. Хотя время меня пугает вот это. Время пугает, вообще пугает время. Да, это не очень. А сколько там человек, кстати? Ой, там человек идет. Excuse me. Он такой быстрый. Да! Ёша, убегай! Ой, там подскользнулся чел. Пожалуйста. Ай. Он за тобой бежал? Зайчек. Зайчек. Ладно. Байбек. Байбек волевой. Волевой байбек. Конечно, а что? Четверть времени прошла, ничего? Ничего. Обалдеть, вообще как жутко. 80 из 180. Нормально, ребят. Так, я выкинул где-то там коробку. Вон она. Только вот осторожно, там вот. Там смотри, опять не умри, пока будешь идти за коробкой. Да вот он рядышком. Хочешь, я тебе вообще свою пока. Да нет, нет, нет. Ну, уходи чего отсюда. Они нафиг расходились, я чел, не понимаю. С вилами. Может, зайчик. За спиной его? Зайчик. Прокрасться. Не знаю, не знаю. А что, он тут будет ходить, типа? Может, ты уйдешь? Вот он ушел. Excuse me, да, осторожно обратно. Да, вы серьезно? А какой такие же дурной шустрые? Это кошмарный режим, если что, ребят. Кошмарный. Я не знаю, почему на этой карте конкретно кошмарный. Он споткнулся на коробке? Да. А, ребят, да. Так теперь мы знаем, как их дизейблить. Вы поняли? Кидаем просто коробку под ноги. А если они все залагаются на коробке и все? Так отлично. Потом ты ее не заберешь, если ты не, ну, не заберешь и не умрешь. Excuse me. Так, ладно, ты где? Я пошла вправо. Не знаю, что, медом намазано, что ли, на коробке, я не поняла. А я могу поагрить, кстати, чувачка. Не надо никого агрить, я убегаю. О, так, ладненько. Аккуратненько мы. Да, вы посмотрите на него. Мама, быстренько набираем пасхальные яйца. Вижу чувачка. Ну его нафиг. 13 хватит, 13 нормально. 13 сойдет. 13, да как ты умудрился? Че, я в прошлый раз дважды там 18-19 сделал. Ясно. Я вообще бесполезничаю. Блин, а успеем ли мы? Да. Не знаю, половина времени осталось. Так, спокойно, ребят. Спокойно. Ой, ребята. Нормально, нормально. Все хорошо, все хорошо. Боже так, мой. Так, они там что-то... О, тут еще кто-то есть! Третий! Что ты здесь делаешь? Осторожно, капец, как же он зырит на тебя. Как вот это у него мордочка смешная была. Жуткий, жуткий чел, негативный абсолютно, блин. Так, хорошо, давайте, остается у нас сколько там всего остается? А, да по фигне, ребят. 46 остается, да. Так, ну-ка, брысь отсюда. Сидит прям? Все ушло. Прям присел? Там excuse me сейчас будет, ребят. А, не, нормально. Ладно, он прям возле тебя, блин, был, ты чё? Нормально, он меня не видел. Excuse me. Это кому excuse me? Мама. Тебе? Мама. Нормально, у нас 154 тебе? Уже есть денег. Мне! Давайте помогу. Сейчас кину ему под ноги. Ёлки-палки. Улья, надо байбек, волевой. Я убегала от одного, и там другой был. Волевой байбек, я заберу твои три яйца. Да. Его же бежит! Что ты хочешь сказать мне об этом? О, он подскользнулся на моей коробке. Да ладно. Еще один байбек.
Давайте, ребят, баемся, баемся. А времени очень мало осталось. А где вы? Давайте быстренько, ну. Да, да я пытаюсь. Я забираю эту коробку, да? Давай, давай. Ой-ой-ой-ой-ой. Я не пойду. Так. А там коробка справа лежит. А тут я сейчас буду лежать справа. А. Откровенно говоря. Да где моя стаминочка? Стамина! Excuse me! Это байбек получается, ребят. Ребят, времечко! Байбекаться нельзя, ребята! Что, второй раз нельзя? Да. Я принесла, так, осталось Ульян, три яйца, давай, ребят! Скорее, Ульян. Я бегу! Бегай. Только, ты с яйцами вот бежишь? Вот. Ульян! Ульян, давай! Почему Ульян! Так? Кинь, просто кинь ей! Блин. Ладно. А, нормально, нормально. Я бегу, можно, я можно. Бегу! О, успела? Да-да-да. Так. Фу. А мы будем считаться победителями или нет? Я не знаю. Я надеюсь, что да. А, ну, тебе видно, что мы там это... Так. Ну, типа, уровень завершен. Написано победа. И мне денежку ну, наверное, дали. Я думаю, что нет. Думаешь, да. Нет? Думаю, нет. Смотрите, если у нас засчиталась победа, то... Сейчас скажу. Уровень? Вот там вот. Уровень 6 уже. Ну, уровень-то есть. Сейчас, подождите, охота. У меня денег увеличилось. Ну, заполните новую карту. И чё-то. А как я а получу? А мне тоже так говорят. А, подожди. Может, в скинах? Есть! Да? Ребят, да? В скинах. Где? Да, ребят, есть! О, да! Красота. Все, я доволен. А. Прикольно. Я на радостях куплю еще один скин. Я ну, просто тоже. Потому что. Да, ты тоже? Да. Так, ну-ка. Так. Это матрица. Какой-то код. Эпический код. Ага, эпический? Да, 20%. Необычная вот рождественская полоска. Я хочу сотовую. А, заробок, скажи, я хочу, блин, это же соты пчелиные. Это мне надо. А, ты заробок себе берешь? Да, ты как? А, я обычный за 200 монет. Блин. Ха. Меня в прошлый раз обманули, и мне не дали скин. Я купила заробоксы, поэтому я не буду ничего покупать. А у тебя правда нету скинов? Да? Как это? Пойдемте сюда, ребят. Обнаружили только что проблему, ребят. Оказывается, у Ульяны нет скинов. Да. По непонятной причине. Вообще украли. Вот, типа, у меня воришки. Вот такая вот матрица. У меня... А у Ульяны просто да, коробка. У меня просто обычная картонка. Ужас. Вообще, не круто. Причем она хотя бы биоразлагаемая. Ульян, а ты покупала скин обычный, не за робоксы, а за монетки? Может, надо первый раз было такой купить? Там вон чел ходит. Не знаю. Её же, кажется, со мной вместе покупал первую коробку за робоксы. И у него есть, а у меня нет. Так. Но я попробую, конечно. Почему нет? У меня 500 денег есть. Ага. Так, быстренько. Тра-та-та-та-та-та-та-та-та. Двадцаточка в кармане у нас. Аккуратненько пришли, забрали. Как ты так быстро это делаешь? Так вот получается. Профессиональный, так сказать, покупатель. Да. О, у меня тоже 20. Ха! Молодцом. Так, уходи, чувачок. Так, тоже считаю, что влево надо куда-то идти. Сейчас проверю. Аккуратненько так, вот это ближайшее. А, мне экскьюз. Вообще плохо, наверное, с ближайших начинать. Наверное, да. Да, дай 20-ю. Все, экскьюз ми нет. Нет, даже экскьюз ми нет. Ульян, что стоишь? Кого ждешь? А я жду, там... Ходят. Люди ходят. Всякие. Да. Так, пошел вправо человечек, значит... Влево нам дорогу, хотел сказать я, но нет. Пока нет, пока... Обождем. Ну, справа там точно есть, где собрать. Слева тоже, чувачочек. Mm-hmm. А, ты между... Да, ну, слева... Excuse me. Вот сейчас не должна быть. Мне так нравится, насколько они ответственно выполняют свою работу. Им сказали следить в магазине, а как только ты из него выходишь, уже все. Ну да, тупо такие хлебушки. Так, все, я пожил. Слушайте, нормально, неплохо получается. Уже вот 120, получается, полпути. А сколько надо? 240 вроде. А, ой, блин, а где выход? А, ладно. Выход? Заблудилась в магазине. Так, тут пусто. Так, тут тоже челик. Мне хочется сюда, на самом-то деле. Ну, не очень хочется, но типа надо. Так, быстренько. Я вот жадный. Меня жадность погубит. Погубила. Погубила? Да. Умер? Ну, пока нет, но я близок к этому. Пробегись по коробке, дурачок. Тихо. Пробегись по коробке, говорю, дурачок. Вот коробка.
Ну-ка, а что, ты долго еще будешь бегать за... Ха, дурисичек! Что? Нормально я его заэвейдил. Ребят, прям вообще бодро вышло. Сколько у вас там? Да, крутой. А там много, а там еще немного. Ну, двадцаточка еще разочек. А, 20, да. Угу. Да. Одна да, да. Двадцатка? А один спот остался, ребят, или несколько? Слушай, не знаю. Мне кажется, да, потому что я всегда забирала свои полностью. Ага, я тоже. Ну, я тоже. Тогда... Мама! Господи, за кем? За кем? Мама. Угу. Я поймана. Ну, я на вас просто посмотрю, ничего страшного. Так, я сбежал. Я сбежал чисто в подсобку какую-то. Ага, вон, вижу. А, вот тут там тоже можно прятаться? Да. Прикол. Так, спокойно. Ульян, что там, ты собираешь или нет? Не-не, я еще не нашла. Почему-то там, где я думала, там нет. А, зато я нашел. А, ну если ты нашел, то значит одна и осталась, и все верно. Не очень страшно. Ульяна, пойдем обратно, Ульяна, обратно! Господи, ладно. А, как ты пробежал мимо меня? Так мы и должны апать уровни, ребят. Всего лишь 40 опыта. А, 90, извините, 90 опыта, да. У меня 40, видимо, потому что я умерла. А, хотя внизу 90, да, нормально. Значит, одинаково. Капец, а как так-то? Ну, я тоже приносила, типа, если вообще-то. Ты, да, если ты вносишь вклад, значит, нормально. Значит, ты считаешь, да? Такие крылья, блин, красивый человек. Лан, что это такое? А он тут будто всегда стоит. Да, такой прикольный, блин. Что это за шмотка? Классно. Слушай, а у нас уже 7-й уровень. А какой нужен для того, чтобы... 10-й. 10-й нужен, по-моему. Сейчас проверю. А на чем лучше его пополнять? Себе. Я думаю, на этом трейморте. А может, режим поменяем на нормальный? Может, там будет больше? Ребят, я зашел, если может что, вы же видите, да? Нет. Вы что, обалдели? Нет. У вас 10 секунд, вот найдите меня. Слушайте, ну мы жесткие прошли так-то. Вообще-то. Ну да. Поэтому могли бы попробовать и жесткие, но лучше не будем. Время, вот что здесь. Все, я погнал, ребят. А еще мы не дали Ульяне купить коробку. Я успела, у меня молнии. Да. Обычные, правда, но молнии. О, она работает! Да, ну, нормально. Это за... Ну, не заробок, а за обычный день. А тех нет, которые ты получала? Конечно. А-а. Что за жесть? Да. Только не я, господи! Это я. О, ребят, нам и побольше надо. Я просто рядом перешла. О, какой он жуткий и быстрый! Кошмар. Ну чё, байбек волевой. А уже? Серьёзно? В самом начале? Конечно, может, не стоило? Да. Может, перезайти стоило? Да ладно вам. 29 бобуксов. Нам нормально. Нужно собрать на 300 денег. Ты же только один раз можешь байбек. Три сотки. Да. Да и ладно, ничего страшного. Какие-то катики подумаешь. Тут у них такие. О, господи. Так, excuse me, обязательно. Excuse me, да-да. Да я. Так, ну вот уже сколько? 80 собрано. Да. Нормально, ребят, нормально. Сейчас осилим, да? Ульян, осилим? Конечно. Смотри, у меня молнии. Молния Маккуин. Да, одна голова на двоих, как говорится. Так, смотри, там впереди два чувачка. Я пойду направо. Ну, конечно, excuse me, вот. Все хорошо. Дай пройти. Так, Ульян, осторожно. Будь осторожна там. Да, я выйду, пожалуйста. Что такое? Не, подожди. А, не видишь, что ли? Да, они спиной не видят, конечно. Не видят спиной, вот это да. Так, а тут есть кто? Не, никого нет. Вообще опять ошибка, надо начинать, мне кажется, с дальних. Так же проще потом будет. Может и будет, а может и не будет. Excuse me? Не excuse me. Нормально. Так, еще денежек подкинули. Ульян, как дела? Нормально. Угу. Очень сосредоточена. Угу. Так, вот там чувачок сейчас к тебе пойдет, Ульян. Не, нормально, не к тебе. Убегаю. 20. Отлично. Двадцаточка. Красота. Excuse me. Коробка ему не понравилась. Еще половину надо так-то. Блин, из-за того, что ребит, все, будто хуже вижу, блин. О, вот тут я поживлюсь чем-то. Так. Двадцаточка в кармашек кладется. Так, человеков. Ой, мама. Нет человеков, нормально. Пожить. А мне повезло сейчас. Так, половина собрана, ребят. Пока скудновато, но половина времени даже не прошла. Ой-ой. Блин. Ой-ой, это я видал. Мама, ну ладно, мама. Что? Да? Что такое? У тебя тоже проблемы, Ульян? Не, я просто слышу каждый раз, когда excuse me, мне сразу страшно. Ага. Так, вот с этой стороны есть, с этой стороны уже нет. Ой, кто тут? А, это я. Так, есть тут кто? Вроде никого. Так, только в темноте увидел. Прошел мимо зеркала. Кто тут? Это я. Так и есть. Так, вот там чел прям идет.
Интересно, он зайдет сюда ко мне в подсобку? Не то чтобы я его призывал, не подумайте так. Ага, он сюда пошел вперед. Будет разворачиваться, пока идет просто вперед. Развернулся. А у нас только дальние поэтому... остались, да? Да. Блин. Ульян, уходи. О, боже мой. А почему они на Сагрице? У нас же нет вообще ничего в коробках. Ну, мы с коробками пустыми идем по магазину. Ты как считаешь, ну, Ульян? Что? А если так, мы за экологию? Я вместо... Конечно, может быть, я вместо коляски, этой корзинки, я взяла себе свою коробку. Что, почему нет? Блин, тут кто-то понаставлял и целиком не собирается. Я собираю целиком. Я тоже. Это, может быть, просто мы... Лан, так это ты, получается. Нет, я косячь. Там вообще не собирала еще. Лан, понятно. Я понятно. Там в одном месте оставила, пришла, а там осталось, ну, вернее, забрали все. Ой, excuse me, excuse Слушайте, me. А мы не успеем. Excuse me. Да что не успеем-то? Осталось сколько, смотри. Сколько? Осталось 68-то. Да почему excuse me? Ну ты нормальный человек. Фух. О, Ульяну не тронул. Ульяна как... Да... Так, пусто, нет? Так, осталось... Ой, мама! 48. Ребят, мне кажется, хана сейчас будет. О, нет. Ладно, ну, пожалуйста. Пытайся вот так вот поэвэйдить, как я эвэйдил при тебе. О, 7! А может, мне тоже кинуть корзинку? Так, не знаю, я собираю... Нет, он поймал меня. Блин. О, нет. Я кинула ему коробку, но он на неё не наступил. В самом конце, если что, Ульян. В самом конце. Очень плохо. За мной выехал за мной. О, Ульян, осторожно, там это, там чел, осторожно. Ты зачем меня испугал так? Мне аж мурашки пошли по коже. О, боже мой. Там, ого, понятно, короче, нам не дадут, да? Да. Кажется, мы не пройдем это. Не успеем. Блин, без Ланы точно не успеем. А я не могу больше. Да я понимаю, что не можешь. А почему сейчас мы с временем? Потому что это сложность сложнее. Сложность сложнее, действительно, не поспоришь. О, господи. Так, сюда идет, нормально. Так, Ульян, где-то здесь. О, ёж, вот тут. Да. Заберешь? Я тут забираю, да. Так, окей. Нет. Нормально, беги. Ты нет. не успела? Ой, нет, всё, не успею. Нет, у меня еще и шифт закончился, блин. Обидно. О, нет, Ёж, осталось немножечко времени совсем, но я знаю, где валяется Ульянина эта штука, и Ульян тоже знает. Ульяна тоже валяется. Я не помню. А сколько Ульяны? Надо 8. 6. Да ты серьезно? Или 8. Ёж, вот в этот... Вот. Я думала, да. Вообще 3. О, вот. 8! 8, беги, 8. Скорее! Ёж, изо всех ног! Господи, бросай ее отсюда! Что? Да ты все смотришь! Успели же! Ну это что, шутка? Да это вообще не круто. Последнюю это секундочку. Вообще... Реально это надо было честно. Бросать. Я просто подумал, что оно может улететь дальше и... Ну да, такое... Ты потом ну, точно ничего да. не успеешь. Ой, короче. Все. Дизмораль, так сказать. Ладно, ребят, на самом-то деле игра прикольная, крутая, мне нравится. Если вам тоже заходит, пишите в комментариях. А на сегодня это все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, ставьте комментарии, на колокольчик нажимайте. И всем пока. Пока. Пока.